Всем привет, вы на канале RickJet, и сегодня я хочу рассказать вам о новом обновлении мода Repentance Plus, в котором добавили новые предметы, сундук и брелок. Полный обзор мода вы можете найти у меня на канале. Также быстренько хочу сказать, что 60% смотрит без подписки, поэтому исправьтесь, пожалуйста, и нажмите на эту красную кнопочку, чтобы порадовать меня. Ну что ж, начнем. Активный предмет – волшебный маркер, заряд 4 комнаты. Описание – плюс-минус 1. При подборе дает вам случайную карту Тара. При активации заменяет вашу карту на ту, которая выше по номеру в игре, или уменьшает, если это перевернутая карта Тара. Пассивный предмет – ультра-плоть-малыш. Описание – у нас уже есть супер-мидбой дома. Дает вам спутника, который бегает за врагами и наносит контактный урон, а также оставляет за собой лужу, наносящую урон. Имеет 3 стадии улучшения. Улучшается после подбора 5 красных сердец. На второй стадии начинает часто стрелять в разные стороны слезами и наносит больше контактного урона. На третьей стадии контактный урон увеличится. При входе в комнату с врагами через 2 секунды отсоединить свою голову от тела, и голова будет ездить по комнате и отталкиваться от препятствий, а тело гоняться за врагами и стрелять слезами в разные стороны. Новый вид сундуков – гроб. Может появиться только в секретных комнатах. Для открытия нужно взорвать его 2 бомбами. При открытии может дать с 45% шансом 9 орбиталов костей, с 35% шансом 3 костяных сердца и с 20% шансом 2 предмета, связанных с костями. Новый брелок – разрушенный камень. При подборе ключа, бомбы или монетки может создать случайную саранчу. Шанс создания саранчи увеличивается с редкостью расходника. Например, золотой ключ с высоким шансом вызовет эффект брелка. Также книги Левиафана добавили анимацию при использовании. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также оцените другие мои обзоры. Напишите в комментарии, как вам это обновление, и стоит ли дальше зачитывать не только название предмета, а также еще и его описание. О, чуть не забыл. У меня есть свой Дискорд-канал, поэтому если хотите предложить мод или просто со мной пообщаться, то ссылочка в описании. Еще раз спасибо за просмотр, и до скорых встреч!